Многие станции столичного метро станут зоной свободной от паперовых плакатов. Такое решение приняли у Минской мэры. Реклама закрывает творчие идеи, которые под час проектования заклали у интерьер станции архитекторы. Плакаты изникнут со стен туннеля у старых станций. Новое введение не закране просторы внутри поездов, подземные переходы и новые станции метро. На смену паперовой рекламе усталюют сучасные экраны. Взамен данной рекламной продукции на путевых стенах у нас уже разработан дизайн и согласован с комитетом архитектуры градостроительства Мингорисполкома дизайн проекты световых лайтбоксов. То есть это довольно сложное техническое устройство с использованием компьютерных технологий, в том числе жидкокристаллические экраны, на которых будет демонстрироваться реклама. Пробирать паперовые плакаты планируют поступово в залежности от термина деяния рекламного договора.